Добрый день! Сегодня я приготовлю десерт, торт «Зебра». Для приготовления рецепта нам понадобится мука, сахар, яйца, сливочное масло, сода, сметана, какао, ванильный сахар и уксус. Взбиваем яйца с сахаром. Добавляем столовую ложку ванильного сахара. Яйца взбили, сахар растворился. Добавляем сметану. Добавляем сливочное масло. Все хорошо перемешали, а теперь понемногу добавляем муку и взбиваем. Гасим соду уксусом и размешиваем. Делим тесто на две равные части. В одной из частей добавляем какао. В смазанную маслом форму поочередно выливаем тесто. А теперь убираем в духовку выпекать на 180 градусов. Наш торт испекся 45 минут, и он готов. Торт украсим глазурью, когда он остынет. Две глазури готовы, одна из темного шоколада, другая из белого. И сейчас будем украшать наш тортик. Торт «Зебра» готов. Приятного аппетита! До новых встреч!